Ну, здравствуйте, уважаемые господа и дамы. Мы компания «Печной мир», я Александр Кутузов. По-прежнему с вами, рады вас приветствовать в нашем медиапространстве. Сегодня мы хотим презентовать вам новый квартал для банной печи, который сделан из новолуганского кирпича. Значит, форма обработки кирпича называется «Акафыш». Ну, или в народе говорят «галтованный кирпич», да, Значит, вот так вот он выглядит, вот так выглядит замечательно красиво. Срезах, значит, получилось тип декоративной кладки, который тоже дизайнер называет баварская кладка, да, то есть когда разноцветный, там, жженый, не жженый, пережженый, недожженый кирпич в одной стене используется, да, вот примерно такой эффект мы получили, обработав его в женский кирпич. То есть, ну, портал сделан с учетом всех пожарных норм, то есть, ну, проем метровый. Сюда встанет печь, когда же с горловины 38 сантиметров, да, то есть вот 38 сантиметров, полтора кирпича, а кирпичи половинки, да, 38 сантиметров. И отсюда у нас до дерева еще остается эти самые 30 сантиметров кирпичной кладки. Плюс здесь встанет еще прокладочка пожароизоляционная, это или коломская плита полоска, или керамический мат, значит, керамобланкет, или базальтовая лака. То есть, ну, 3-4 сантиметра там на дерево, да, то есть заполнится негорячим пожароизоляционным материалом. То есть щель примыкания, когда портал будет замещен под перегородку, щель примыкания к дереву будет закрыта. То есть деревянная стена будет вот здесь, значит, печка встанет вот отсюда сюда, дымоход будет вот здесь, то есть у печки, у любой банной печки, да, как горловина, она вынесена на 30 сантиметров, на 25, камера сгорания находится примерно вот здесь, то есть. А дымоход выпускной либо здесь, либо в задней части. То есть, и он будет удален от деревянной стены, получается. Ну, опять же, на безопасное расстояние не меньше 30 сантиметров. То есть, получается, что вот эта конструкция, она полностью удовлетворяет всем противопожарным нормам. То есть, как бы при установке металлических или чугунных банных печей. Ну, любых производителей, хоть Везувий, хоть Термофор, хоть Теплодар, хоть импортные печи Харви. То есть для всех вот конструкция портала универсальная. Любая печка сюда войдет. Нужно просто выбрать проем под горловину печи. То есть, как бы, ну, это при монтаже, то есть, делается легко. То есть, поэтому, а так вот универсальный портал для любой банной печи подойдет с соблюдением всех пожарных норм. То есть, чтобы это было безопасно и удобно, и функционально. Ну, сегодня вот такая моделька. В следующий раз мы вам покажем более интересную модельку с другими фишечками, с другими наворотами, то есть, как бы, ну и с другим дизайном. То есть он будет из витебского кирпича с круглыми колоннами. Заготовка уже у нас на него есть, и в скором времени мы его вам презентуем. Спасибо за внимание. С вами был Александр Кутузов, компания «Печной мир», город Иркутск.